28 марта, мы с вами на базаре, 8 километр возле торгового центра. Дико со стороны ищу базара, где торгуют инструментами, стройматериалами, запчастями, в общем, всякие утвари для ремонта и для дома. Вот это в двух шагах буквально от места пожара. И видите, здесь вот все нормально, здесь не сгорело. Ну, в общем, на камеру, говорится, ребята отказались, но они когда пришли, уже горело. Так что много здесь мало кто знает, почему начался пожар, точно никто не знает. Но вот, когда летал вертолет, он поливал воду на эти здания. И сюда немножко тоже попало, но, в общем-то, немного. Я вижу, здесь все довольно-таки сухо. По крайней мере, товары целые. Ну, значит, им повезло. Будем считать так. Вид со стороны базара, здесь вот торгуют этими садовыми принадлежностями, рассадой, семенами, химикатами, удобрениями. Вот здесь тоже чуть-чуть видите соседнее здание. Вот. Вначале она начала гореть, но все-таки, видимо, спасли. Здание со стороны проспекта, правый угол здания, торгового центра, вот в этом углу где-то и начался пожар. Отсюда распространился по всему зданию. Сначала пошли порохать вот эти ряды, которые при стройке, и потом перекинулся на само здание. Зашло сзади, ничего, рынок, и в итоге видел, что мы имеем. Пока еще не ясно, что будет, как будет решаться вопрос компенсации пострадавшим, потери имущества. Вчера здесь много, вот здесь вчера здесь был митинг, импровизированное собрание, люди обсуждали. Эти есть видео в YouTube, ссылки будут в описании к этому зданию, можете посмотреть. Вот видите, здание покоробилось немножко. Эта облицовка, она покоробилась под ней от жара. И вот все дальше здания, ну там даже чуть в глубине, сейчас постараюсь приблизить, они даже начали гореть. Если бы не вода с вертолетов, они бы тоже загорелись. Я на моем видео, которое снимал 27 числа, видно, что вертолет идет вот именно на эти здания. На вот стенке этого лотоса видны подтеки воды. И говорит о том, что все-таки пожарные воду лили на это здание, тем самым спасли его. Несмотря на то, что сам торговый центр Диглас и все к нему прилегающие павильоны самопальные сгорели дотла, все-таки вот здание Лотуса и вот других павильонов рядом удалось все-таки спасти. Здесь большой базар стройматериалов находится в этом здании сзади. Это все удалось спасти. Там далее торговый центр Рамал, через дорогу Каинат. В общем, все это осталось все-таки целое. Это надо признать.
Проспект до сих пор закрыт, когда откроют, неизвестно. Пожарных уже почти что не видно, всего лишь пару машин. Но зато много полиции, все оцеплено. И стоит скорая помощь, видимо, все-таки дежурят внизу, как полагается. Люди стоят, что-то обсуждают, видимо, это владельцы этих магазинов. Идут разговоры, все это. Есть пресса официальная. Вот стоит парень с камерой. Ну и все остальное. Ну а базар работает. Овощной, пищевой базар там. Тут тоже все работает, все уцелело. Дальше подойти нельзя, все оцеплено. Сегодня ситуация поспокойнее, пока что немножко как бы эмоции утихли, но это не значит, что это все, на этом все закончилось. Еще будет вопрос компенсации. Здание будет, наверное, сносить. Есть такая информация. В общем, еще много еще вопросов. 28 марта, 2019 год. Меня зовут Николай Лескеров. Спасибо за внимание. Берегите себя и приезжайте в Баку. Вам здесь понравится. Пока.